1 декабря курским зрителям представят спектакль «Красавица Снежана». Премьера пройдет на сцене драматического театра. Посвящена постановка извечной проблеме отцов и детей. Перед премьерой спектакля «Красавица Снежана» волнение присутствует как у режиссера, так и у актеров. Ведь спектакль мало родить, его еще надо достойно представить зрителю. Пьеса по-своему сложная и непривычная для многих зрителей. Режиссер спектакля, выпускник Питерской академии театрального искусства Игнатий Кириллов, сам еще молод, поэтому ему удалось вместе с героями пьесы пережить все трудности перехода вчерашних детей в новую взрослую жизнь. Постановка посвящена проблемам, с которыми сталкиваются выпускники школы. Это и первая любовь, и сомнения, и тревожные ожидания перемен. Если девушка хочет хорошо закончить школу, поступить в институт, ну, я же занимается с тремя репетиторами, а ей ярлык. Молодец! Репетиции спектакля проходили не совсем в привычной форме. Начинающий режиссер попытался внести в работу свой индивидуальный подход. Репетиции проходили по масштабам как бы этого театра в абсолютном хаосе. Вот. Так что я выстраивал специально нетрадиционный репетиционный процесс. Мы изначально отказались от застройки, то есть репетиции происходили своими словами, как импровизации на тему. В спектакле приняла участие молодая супружеская пара Михаил Тюленев и Елена Цимбал. Для них эта постановка оказалась сложным испытанием. Герой Михаила Тюленева влюбляется в соперницу Елены Цимбал, то есть налицо классический любовный треугольник. В жизни, может быть, было бы, конечно, неприятно, обидно и все в этом роде, но тут есть граница. Это сцена, и, как бы, конечно, мы проживаем там жизни, но все-таки это сцена, она есть сцена. Не ревную. Хотя немножечко бывает. Что-то подрагивает. Мы все-таки делим это на жизнь и работу. Это работа. Тут все-таки по-другому. Нельзя так воспринимать. Актеры признались, что работать над спектаклем было непросто. Во время репетиции за кулисами кипели нешуточные страсти. Все было. И отчаяние, и слезы, и обиды, и удивление. У главной героини спектакля вроде бы все есть. Красота, светлый ум, богатство, успех во всем. Но почему-то многие вокруг считают ее чудовищем. Почему так происходит? Откуда такая несправедливость? Ответы на эти вопросы и поможет найти новый спектакль «Красавица Снежана». Возможно, после его просмотра зрители смогут в первую очередь для самих себя ответить на вопрос, можно ли купить честность и преданность, уважение и дружбу.